Всем привет, с вами Евгений Марс. Сегодня у нас немного необычная серия. Я приехал на фестиваль тюнинг автомобилей Цунами Пикник. Кто подписан на меня ВКонтакте, на мою группу на меня ВКонтакте, знает, что я увлекаюсь не только граффити, но и тюнингом автомобилей. У самого имеется один такой. Вот, но, собственно, здесь у нас будет не только автомобили, но и граффити. Будут соревноваться несколько команд из Питера и Москвы. Посмотрим, что нарисуют пацаны. Вот, ну что, погнали. Итак, мы вошли на фест. Сразу видим, как парни валят. Играем. Смей. Из Москвы. Тут по кругу соревнуются 4 команды. Задание выдал Саша Трун, называется Virtual Friends. Не знаю, с чем это связано и как это относится к автомобильной культуре, но вот так вот. Сам он, я так понимаю, где-то наверху. Вот это не он, а он где-то там с другой стороны. Вот и Саня Трун сверху рисует свои шрифтицы. Это PNP Crew. Ну а это НВО из Москвы. Сейчас глянем тачки, что тут, что да как по тачкам. Я составлю свой антитоп. Топовые проекты, я думаю, вы можете все увидеть в различных соцсетях. У участников, у гостей. Вот, ну а антитоп. Почему я это делаю? Данный фестиваль претендует, ну, позиционирует себя как топовый фестиваль не только России, но и, наверное, даже Европы. Вот. Но в Европе вот такой вот шляпы на арочках вы не увидите. Это первая спорная машиночка с пожеванными резиночками. С облезлым лаком, с дерьмовой покраской. Видите эти кратеры? Это значит, что машину очень дерьмово покрасили. С левыми зазорами, с не выставленными вообще линиями. Ну, короче, вот первый экземпляр, мой антитоп. Хоть я и фанат BMW, но вот это вот прям дизлайк. Вот хотя бы посмотрите на эту тачку. Эта тачка известная достаточно в Санкт-Петербурге. И тут как бы все четенько по зазорам, по покрасочке, по дисочкам, по арочкам, все топ. Но прикол этих двух автомобилей я не понимаю, тем более с ободранными бамперами. Просто обычные автомобили, даже диски какие-то не, ну, просто стоковые BMW-шные диски и треснутое окно. Что она здесь делает, хз. Ну вот это хоть на карбончике. С какими-то вроде как дисочками.
Но как бы тоже ничего выдающегося. Просто М3. Вот еще один спорный экземплярчик на стоковых BMW-шных дисках. На узенькой резине, но как бы это не спасает. Ржавая заглушечка. Ну, как бы ничего особенного для фестиваля европейского уровня. Просто чуть-чуть уронили тачку. Закатали лабаш. Это уже прошлый век. Ну, на стоковых дисках это вообще отстой. Дизлайк. На этой полянке и метров 500 вперед мы видим невероятное количество вагов. Я не знаю, почему они пользуются такой популярности, хоть и вот эти данные автомобили выглядят получше, чем стенд с автомобилем полянка с автомобилями BMW. Но я не знаю, уже тюнинг вагов — это настолько избитая тема, почему до сих пор ей кто-то занимается. Ну, вообще уже давно не интересно. Ничего как бы из ряда вон выходящего, да, никаких супер дерьмовых тачек среди них нету. Но на каждом фестивале, автомобильном по 50, а то и больше вагов, в основном Volkswagen, но это уже вот поперёк горло, если честно. Обычные стоковые американские некрасивые автомобили на супер фестивале, на лучшем российском фестивале автомобилей. Вот такой вот еще экземплярчик. Недалеко от американского автопрола. Поляна с японскими раздротами. Большая поляна с японскими раздротами. Очень большая поляна с японскими раздротами. Вот такой еще автомобильчик с кривыми зазорами, с хреновой покраской. Вот с такими вот лютыми зазорчиками, с ржавым капотом под нашим фломастером. Вот эти штуки. Вот такие вот зазорчики. Вот такие вот зазорчики. Ну вы поняли, короче, топовый проект. В общем, как вы поняли, вопросики к участникам топового российского автофестиваля имеются. Точнее, не к участникам, а к их автомобилям. Точнее, даже не к их автомобилям. Я, собственно, понимаю любого, кто подает заявку на такие фестивали. Но я не понимаю устроителей данных мероприятий, которые позиционируют свое мероприятие как топовое, а на нем присутствует вот, не знаю, вот обычная 39-ка, например. Ну, просто обычная даже. Ну да, там что-то диски тормозные, перфорированные, Brembo стоит. Но опять же, стоковые BMW-шные диски, которые очень некрасивые практически все, 99%. Вот такая вот, например. Это опять мы вернулись к BMW, не знаю почему. Наверное, потому что я фанат BMW, и меня больше всего коробит именно эти автомобили. Вот, я не понимаю устроителей данных мероприятий, которые отбирают на свой фестиваль, который, как они говорят, топовый, вот такие вот
спорные проекты с ржавыми арками, с подкрашенными фломастером капотами, ну и стоковыми дисками и прочей кривыми зазорами и прочей ерундой. Ну вот яркий пример, опять же. Вот этот вот автомобиль с отколовшимся уже лакокрасочным покрытием и просто подкрашен фломастером, а вот такая арочка. Ну и по зазорам тоже есть вопросики. Вот такие дела. Ладно, мы пойдем в граффити. Нас больше интересует на этом канале граффити. Сейчас будем смотреть. Там я вижу, вот уже пацаны много чего наделали. Уже в завершающей фазе своей работы. Короче, посмотрим. Кстати, немного попутал. Там сверху рисует женек Пейсер и Стат Крю. Давно с ними виделись, потрещали немного. Делает такой олдскульный стайловый шрифтец. Чисто, ну, на тачку самое то вообще. Такой диско-стайл. Ну что, вот такой вот один из топовых фестивалей автофестивалей в России с вопросиками к автомобилям. Вот такие работы навалили пацаны. Финалочки этих кусков можно увидеть у пацанов в соцсетях. Я думаю, все туда их выложат. В общем и целом, на самом деле, круто получается. Такие дела, ребят, подписывайтесь на мой канал. Такой вот выпуск у нас сегодня получился. Смотрите работы у пацанов в их соцсетях. Ну а с вами был Женя Марс. Всем пока.